Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Упражнение 262. Свободный диктант. Прощаемся до осени. Диктант пишется самостоятельно под диктовку учителя. Но мне хотелось бы, чтобы вы обратили внимание на некоторые орфограммы, которые встретятся в этом диктанте. Посмотрим на название. Название пишем с большой буквы посередине строки. Прощаемся до осени. Прощаемся. Пишем с буквой О. Чаще пишем с буквой А. До осени. Проверочное слово осенний. Кончается. Закончен. Пишем с буквой О. Чаще с буквой А. В слове год на конце пишем букву Д. Проверочное годы. В словах теперь, больше пишем мягкий знак. В слове «читать» пишем мягкий знак и пишем букву «и». Проверочное слово «читка». «Писать» – «пишет». Пишем букву «и». «Слушать» – слово с мягким знаком. «Считать» – не перепутайте со словом «счет». К слову «считать» можно подобрать проверочное слово «пересчитывать». Мы его пишем с буквой «и». «Думать» – слово с мягким знаком. Научились. Не ошибитесь. Это слово мы пишем вместе. Не перепутайте с предлогом «на». В конце мягкий знак. Дружить. Это тоже слово, которое заканчивается мягким знаком. Слово «часто». Тоже сложное слово. Во-первых, «чаще». Во-вторых, оно заканчивается на букву «о». Помогали. Помощь. Пишем с буквой «о». Друзьям. Слово с мягким знаком. Старались. Это словарное слово. Запомним, как оно пишется. С буквой «а». Жить. Ж-ши. Пиши с буквой «и». Без. Предлог, который заканчивается на букву «з». Ссор. Слово с двойной согласной. Обид. Это слово заканчивается на букву «д». Сомнительное согласное. Проверяем. Обиды. Пусть. Слово с мягким знаком. Отдыхают. Это слово словарное. Отдыхают. Ручка. Чекачен без мягкого знака. Тетрадь. Словарное слово. Заканчивается на мягкий знак. Прощаемся. Прощаемся. Приставка «про» чаще пишет с мягким знаком. Осени, осенний. Будьте внимательны. Еще раз прочитайте этот текст. Посмотрите на орфограммы, выделенные в упражнении. Если у вас возникли вопросы, предложения или пожелания, вы можете оставить свои комментарии под видео.